это Томас Христиан. Твой Томас Христиан. Со своей прекрасной супругой Ольгой. С прекрасной тоси супруга uh, э, Ольга. Это служители наших хороших друзей. Това со служители на наши много добрые приятели. Которые несут служение в Алании. Куйту uh, э, со служители в Алании. В Турции. В Турции. Церковь Новая Жизнь. Церква Нов Живот. Пастор Максим и Ольга Осколковы. Пастор Максим и Ольга Осколковы. Томас и Ольга, они миссионеры. Томас и Ольга миссионеры. И они какое-то время служили в Турции. И uh, определенное время сослужили в Турции. Несколько месяцев. Несколько месяцев. И сейчас отправлены они в Болгарию. И сейчас исправлены в Болгарию. На Слынчевряк на брек. Опять в качестве евангелистов миссионеров. От нового кто евангелисты миссионеры. Давайте мы послушаем брата. Дайте, да это такие <плес> Огромное спасибо. Благодаря вам много. Такая честь для меня. Твоя гуляма Тут честь и за меня. Профессоры и доктора. И мы много профессоров и руководители, лекари, руководители на ВИК. И мне такая честь выпала. И такая Боже честь ему у нас. Господи, Боже мой. У меня сколько времени? 20, Отлично. А, повернитесь к тому, кто справа от вас сидит, скажите ему. Убраните справа, позади кто-то, кто э, ты такой ясну. красивый. Скажите ему, много си красив. Вы очень красивый. Вы правда, вы очень красивый. А тот, кто слева от вас, скажите ему, ты не только красивый, но еще и умный. А няко, на человеку слева не си самый красив, но си умен. Вы красивый и Это правда. Да, я не Твоя просто истина. пророчествую здесь, я истину говорю. Аз не само пророчествам, тука но ви истина. Аминь. Аминь. Меня зовут Томас, Сказал Оля, Томас. моя очаровательная супруга. Ольга, мой это мой супруга. личный стилист. Личен стилист. Мой вдохновитель. Мой вдохновитель. Да, я рад быть сегодня вместе с супругой Радом здесь. Радовался, здесь. да буду со супругой да сидеть тут И расскажу немножко о себе. Я тебе малку за мен. Мне 36 лет. А сам на 36 години. Исполнилось в пятницу. Я провел годы. время с молодежью, мы общались. Бегся это было молодежь, не группа. Но веровал я не всегда. Но не сам а, Я родился в семье тоже атеистов. А в на атеисте а, в 87 году. И не все гладко у меня было в жизни. История През... очень знакомая, о чем делился сегодня дорогой брат. Тоже было не все гладко в семье, но в 16 лет я твердо решил, что покончу жизнь самоубийством. Много мне близкая история это на брата Бай, как кто и рассказывал. Я Мой я дум... под ней бил лесен и на 16 кудине решил, что треба до самоубия. А, я был очень депрессивным. Бях много депрессивен. Все мое лицо было покрыто псориазом. Целото мое лице беше покрыто со псориазом. Дома были драки постоянно, скандалы. В кашти постоянной мощи скандали, викания... я... Бой да, вырос я в Сибири, там очень холодно. Из разных в Сибири там и много студенов. Минус 40 зимой это нормально. Минус 40 при зиме это я нормально. И вот временами я убегал из дома босиком прямо, потому что дома скандалы постоянно. И вот время на время босс из э, бега дома си за что там очень много скандалей в карте И я думал, а в чем смысл жизни? И мысли в, какой смысл на живота? Друзья работали, кто с лесарем? Приятели кто работали, в кто, в, га в гаражи, завод, в заводі, обычные, такие, обычные профессии. Обыкновенные профессии. Я думал, я не хочу так жить, всю жизнь пить, а в э смысле, в не да я так в живот, колодца, живот, да, пе, да, пуша, да, псувам. Другим, не вижу смысла в этом. Смысла в я сказал так: Бог, если ты какой-то где-то есть, то ты что-то измени в моей жизни. Я сказал: Бог, а, те акусы, что есть у шпуня каков начин, а, промени животами. И у меня был друг, он а, с детства верующий. Я с ним их приятел, то, это действует И в тот сезон было очень большое пробуждение в церкви, куда я попал. И при сезона и мало пробуждение в церквота, в которую я попал. падных. Я пришел на служение, ничего не понял. А с на служение ничто не разурах Но мне так понравилось. Но толкома Михареса? Я просто увидел счастливых людей. А много счастливых у которых есть какие-то желания в жизни. Кто-то играет на гитаре, кто-то пишет на гитаре, много молодежи, много молодых И я подумал, я ничего не понимаю, но я хочу с ними и хочу с со общаться. Я попросил две вещи, Господь, дай мне новых друзей. А спомолек за две нечто, Господь, дай мне нови приятели. И второе, убери псориаз. И второе, примахни псориазами. И те и другие вещи буквально за пару месяцев произошли. То есть и, видите... первое, и, и второе, и за несколько месяцев. И я сказал, Господь, я это? посвящаю свою жизнь тебе. Я сказал, Господь, мой живот вечер твой. Да. Эм, посвятен на Мы немножко делились историей нашего знакомства с Олей. Мне было 29 лет, когда я встретил ее. Малко с рассказывали за историю, это мисс со супругом. Я ми, был... А, ми, а, не, со когда на 29 Как, как и Оля, я был дико посвящен Богу, поэтому у нас не было ни поцелуев Куту до брака. Олга, много посвятен на Бога. Не, не то, не, не только друг с другом, секс. но вообще не было. То есть мы не себя сохранили. Пипали, даже ничто не было. И впервые мы сказали, что любим друг друга, поцеловались вот только на винчика. Я тебя, и до тебя до сих пор. И, пор люблю. Ме, о, <laughs> само на и мы до сих пор вместе, да, все не хорошо. Все <laughs> смейсает, ну? Да. Слава а Богу. Вот, а я хочу поделиться небольшим а, словом. А скажем, с, с одного слова хочу говорить с вами про новый сезон. Искам да говоря с вас за новый сезон. Я думал о чем говорить и ни о чем не смог другом говорить, как про Иисуса Навина. Мыслях за какого договорю, но не могут договорить за ничто другое, свое на Иисус Навин. Да. В двух словах, чем Иисус Навин отличается от Иисуса Христа? С двумя думами, с какого отличается Иисус Навин от Иисус Христос? У Иисуса Навина был Моисей. У Иисуса на э, Ис... при Иисус навин и ему Моисей. У Иисуса у Иисуса Христа отец небесный. При Иисус Христос и ему отец Иисус от небеса, навин, небесный. Иисус навин в Ветхом Завете. Иисус навин и во Старом э, Завете. И он Старый обычный Завет, человек. Кто его человек? Иисус Христос, как мы знаем, в Новом Завете. Иисус Христос и он и есть Господь. Завет как то не знаем и то и Господь. Можно сказать аминь на это. Можем да, покажем аминь. Иисус Господь. Иисус Навин завоеватель, он покорял физические земли. Иисус Навин завоеватель, покорял физические земли. Иисус Христос пришел как э, миротворец. И, и миру он спас весь мир. И то есть спасил тял свет. чем они похожи? Иисус Христос провел 40 дней в пустыне. Иисус Христос 40 дней в пустыне. Иисус Навин провел 40 лет пустыне тогда. Иисус Навин и прикал 40 И у них была одна миссия, и у того и, у того, и у другого. И ты соимали миссия, и один, и друг. Христос ввел людей в Царство Небесное. Христос и ввел в Царство Небесное. Иисус Навин ввел также в Царство Небесное, но на земле. Иисус Навин и ввел в Небесное Царство, обаче на земята. Немножечко познакомились с ними, и сегодня мы почитаем Иисуса Навина первую главу. Мы прочитаем ее всю, настраивайтесь, читать Библию полезно и здорово. И что прочитаем книга на Иисус Навин, первая глава заодно, по ней же дочитаем Библию, и много полезно. А, по смерти Моисея, раба Господня, мне на русском читать? Да, вон там перевод есть. Ага, супер. Я никогда не читал еще на на болгарском, да. По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер. так встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым». Здесь мы остановимся. Только что за малку. Не очень вдохновляюще, правда? Не что. Представьте себя на месте Иисуса Навина. себе на Тебе говорят, тот, за кем ты следовал, умер. Казвати, э, този, когото си следвал, умрял. Его больше нет. Няма го. И звучит это немножко странно. Звучит малко странно това. Потому что Иисус Навин, как человек это понимал. За что Иисус Навин, как человек, го разбил, Зачем Господь ему говорит об этом? За какого Господь могу го казва това? А, я вижу в этом, что Моисей в данном контексте это некие старые прежние методы. Виждам, э, в този контекст Моисей е като э, стари методи. И Господь обращается к Иисусу Навину, чтобы сказать, этого больше нет. И Господь си убршт, ака Иисус Навин всякаш това гуняма Я движусь дальше, говорит Господь. Я сидвиж на таток, казва Господь. И то, что ты использовал, больше не работает. И това использовал, вечины работы. И очень важно это принять. И многое важно, чтобы да гу приемити Потому что Иисус Навин мог просто быть в депрессии. За что-то Иисус Навин мог еще да просто в депрессия. Но Господь говорит, эй. Все, Но этого Господь больше нет. Эй, тварь, не няма. будет. Няма. Живота няма как И Господь говорит, я приди". движусь дальше. И Господь му казва, аз на татак. Самое удивительное в этой истории, что на в тази история э, она перекликается с некоторыми историями в Библии. Читая има в Библии несколько историй еще есть похожих. Да, чего в Библии има э, другие истории, которые приличат на Тази. Пророк Илия сидел у источника в пустыне. Пророк Илия стоял до источник до источников в пустыне. И ворон приносил ему пищу. И ворон мой донес, храна, Вы помните эту историю? Храна. Господь сделал это, правда? Господь го направил на Но в один момент Господь, который дал этот источник, но в один момент Господь, который дал тот источник, Господь иссушил этот источник. Господь е.. и испразднил тот источник. Здорово, правда? Нали я твои, готину. То же самое с евреями. Что такая и при евреи ты Ману с, небес кто дал? от небеса кое дал? Бог дал. Господ и дал. Бог взял. Господь и взял. Нету ее больше. Разве это не благословение, когда манна просто падает? Ты открываешь холодильник, этого, когда манна, просто падает небе, и там на весь день у тебя есть еда. И за день съемаешь храна. Только не нужно откладывать ее, да, потому что ну, плохо да будет. А утром ты просыпаешься, и все мужчины просто это мечта. А с утра ты собуждаешь, и сички мужейся, как мечта. Ты открываешь холодильник. холодильник и он, он снова полный. И то есть, что от новой со скрана. Но в один момент но в один момент Ты открываешь его Утворишь холодильника, А там ничего нет А там няма ничто И Господь, который 40 лет и Или сколько-то там и Давал до этого храна, Он говорит, нету приди. больше, все и казвал, Как только повычек. они зашли в обетованную землю в Написано, зимя, мана перестала падать Написано, чем мана-то я спряла до пада 2020 год, вы помните? 2020 год, вы помните? Когда внезапно все в мире перестало работать. Когда изведнешь в света всичко спря да работи. Все, к чему мы привыкли. Всичко не за кого-то с Ольгой мы занимались организацией мероприятий. С Ольгой не занимались с организацией на мероприятия. И у нас весь сезон был запланирован. И целый сезон и был планирован за нас. И тут внезапно нет мероприятий. И изведнешь, няма никакви мероприятия. Моисей, раб мой, умер. Моисей, и Господь говорит, пора двигаться дальше. И Господь что Давайте скажем вместе, Бог движется дальше. Давайте докажем за это, но Господь и движет на Аминь. Я хочу провозглашать, провозглашать сегодня эти слова на новый сезон. в новый сезон. Даша, ты супер вообще. Спасибо. Да. Спасибо. Я не часто проповедую, и вот с переводом. Не часто, исправят. Супер. А, читаем дальше. Моисей, раб мой, умер, итак, встань: впереди через Иордан сей ты и весь народ, сей в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам. Как я сказал Моисею: от пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев и до Великого моря к западу Солнца, будут пределы ваши. Аминь. Первое, что прежние методы не работают, Господь движется Прежде дальше. Методы не работают, и Господь движет Второе, это то, что Господь дает водительство. Второ, че Господ дава водителство. И он дает определенные пределы. И той у определенные границы. Когда я услышал видение пастор Геннадия, о котором рассказывал. Когато аз чух за видение, за което пастор Геннадия Видение про церковь на скале. Видение за церква на скале. Я верю, что скалата. это слово, оно просто для вас. А сверх че твое слово, это точно за вас. Есть конкретные пределы, которые Господь дает вам. Ему конкретные границы, които Господ видава. Есть конкретная работа, которую Господь хочет, чтобы вы делали. Ему определенная работа, которую Господь иска да свершите. И если мы будем просить господу чтобы он показал как это взять и окуни ты молим господ да не покажий как дугу вземмен господ покажет господ покажи и я там живой пример поделюсь небольшой историей я сам жив пример зава весподдел малка история четыре года назад годни я служил в церкви это была моя работа Бех мысли, в церковь, это вообще моя работа? Я и был администратором. Бех администра, администратором и занимался всем, что только возможно. И занимался стечку, что с это возможно. И в один момент Господь сказал: "Пора выходить из этого". И в один момент Господь мне сказал: "Время это только не Господь, который призвал меня туда, сказал: Господь, "Выходи из этого". Там, то мне сказал: там". Оля была хорошая работа. Ольга имела добрая работа. Господь сказал ей то же самое. Господь ей сказал абсолютно все что -то. И бывает, когда, ну я думаю, все когда-либо искали работу, у тебя есть что-то лучшее. И если случилось так, на ли, ви, когда ты тарсите работу, има нечто подобное. И ты говоришь, ну окей, тогда можно теперь из этой работы увольняться и идти туда. Меня куда-то пригласили. Знаешь, не может да напусти сега тази и да уйти да Господь немножко не так бывает делает. Господь не винаги прави така. Он говорит, оставь все. Той казва, устави всичко. И следуй за мной. И следуй ме. Как вы думаете, ученики Иисуса Христа? Мислите ли, че учениците на Иисус Христос? Если бы вы знали, чем все закончится. Сознали ли, с какво ще завърши У 11 всичко? из 12. При Это девяносто сколько-то там процентов вероятность, да, что это случится Вероятно, с тобой? 90 как вы думаете, Часто они бы пошли так. за Иисусом, оставили все и пошли? Ли, Я думаю, вряд ли. Я думаю, и Иисус. Не мысли, и, тихот и, тихот Господь направят. может так действовать. Это и удивительно. Может да действовать. Он, Он говорит, удивительно. говорит, оставь все и следуй за мной. Той казал, Куда? Каде? А непонятно куда. Просто поверь, двигайся. Просто поверь. Слава Богу, за Иисуса вови... Навина у него была обетованная земля. Господь сказал: Слава Богу, Вот Иисус есть пределы вере этих всех Господу людей, которые непослушные, непокорные из-за которых и Моисей и... умер. Но иди туда, как бы там благословение. Там хора хотя куету... бы, хотя бы. Да, пардон, простите, пожалуйста. Вернитесь к людям, которые там, пожалуйста. Да. возьми этот народ необузданный. Взими този народ, какой-то необузданный. И веди их в обетованную землю. И в удиги в необетованную землю. Где течет молоко и мед. Когда то ему мляко и мед. Ну, вдохновляет хотя бы. Вдохновляет. Вот. А бывает так, что непонятно. А здесь случилось понятно, что там Ясно. Как и нотаток. вот у нас было примерно так. И не Мухаммед точно так в пример. И именно в этот сезон и точно приезжало сезон. несколько различных пророков с различных Что дошли мест. различные пророки от различных места. В нашу церковь. В нашу церковь. И они говорили примерно одни и те же вещи и в нашу жизнь. Не, и саш, и саш, и саш, и не зная нас совершенно. И сами не познавали. И в целом это было направление, что вы будете служить в Европе. И как у тебя это было направление, вы будете его в Европе. Четыре года назад. Преди четыре годы. Я сказал, Бог, супер! Я сказал, Господь, увольняемся! Добре, супер! Напускаем работу. И знаете, что произошло? И знаете ли, какого случай? Ничего. Ничто. Ничего не произошло. Ничто не Самое интересное, что все эти годы мы но были готовы то, поехать то, на миссию, но не было никакой вот возможности. Но не Каждый никакого раз, возможност... когда мы пытались делать документы, куда-то ехать, мы направим документы в мире что-то происходило. Пандемия, Пандемия. Война. война. Простите, ну, что мы к этому причастны, видимо, оказались. Потому что как только мы пытались поехать, да вот что все не шло не так. Пыль, как и не только верляло, как только год назад мы решили, окей, Бог, И на година, когда мы будет угодно, окей, Господь, тогда куда -то мы поедем. -то не что заменим. Мы арендовали потрясающую квартиру в центре Петербурга. Они с взяли много квартира под найм в центре Санкт-Петербург. Направили ремонт. Пошли там. на барахолку. Это секонд-хенд. Очень известный по всему по всей Европе, по миру даже. Набрали кучу антиквариата всякого интересного. Купили много антиквариата Усвоились. Я включил виниловые проигрыватели. уютная квартира, винилов проигрывает. Пластинки в общем. Да. Вот и так все получается, что мы чувствуем, Господь начинает что-то делать. И так сказать, случай не усещается, что мы, Господь почет направить да, нечто в живот. Оси, если починь, совсем дали... коротко, было Извежда. слово у Оли делать а, визы в Европу. Оля получила слово, что направим визу в Европу. Мы хотели посетить наших друзей и вернуться обратно. Не из как мы допустим наши приятели до да северным обратно. Потому что когда есть слово. За что ты куда ты можешь слову? Я понимаю, с моей стороны нужно все необходимое для этого сделать. А с разберем, что от моей стороны требуется направить визу. Даже если мы не возможно. останемся там. Даже если мы не останемся там. Думали мы на тот момент. Мы доедем до Европы, и если даже нас не пустят, Европе, не, не пустят, и ничего не произойдет, я не на достали. колени, поцелую европейскую а землю, застану на колене, и скажу, европейская Господь, земля, я все сделал. И примерно так все и складывалось. И такая... Горы, Нам дали визы на 10 дней. Да, не виза за 10 дней. И когда мы выехали через Финляндию в Латвию, и куда-то не излезах мы през Фин... Финляндия за Латвия, мы не знали, пустят ли нас или развернут обратно. Не не знаях да мы, дали что не убрнут или не Мы взяли два чемодана и просто верой поехали. Не взяих мы э, два куфара и со свяра. И мы всем друзьям утидахме. сказали, возможно, мы не вернемся. На приятели казах мы, возможно, это Только не сейвард. Только сделали ремонт, понимаете? Не там он направих мы ремонт разбирать или? А внутри ощущение, что Господь выводит. А вот и усещание, что Господь не. И мы приехали к друзьям в Латвию через два два дня, как мы выехали, не у мы при, при Финляндию границу закрыли. Латвия, если два дня Все, больше Финляндица нельзя было выехать. Границ, мы выехали. И когда мы были в Латвии, и не куда мы, в Латвия. мы подумали, ну все, время заканчивается, 10 дней наши, пора и ехать мысли, домой. время то 10 дней соприключили, и не заминаем. И как только мы сели брать билеты обратно и домой, момент, когда мы, да взяли, мы билеты за позвонил мой друг и сказал, позвонил мне наш приятель и сказал, мы можем поработать в Турции, что думаешь? Можем да поработим в Турции, как вы думаете? А мы так хотели сильно. Они а много искали Кахметова. И мы говорим, вау, круто. И ему мы полетели в Турцию. И не в Турции. Мы работали, служили в церкви, там, Работих слава Богу. Ми, ми в там, но мы знали, что Господь нас не послал в Турцию. Но не знаем, что не, исправил за Турции. И мы собирались опять возвращаться обратно. И не что да обратно в Каштин. Представили свою квартиру. Представим себе квартиры-то они. И вот как только это произошло, нам уже выдали вид на жительство. И в Турции. момент они, когда тут все замислили, хм, дадаха, они э, венчали его в Турции. А мы получали его не потому, что чтобы жить там. Нику получих меня не за да ждем его в Турции. А чтобы вести там дело ради которого мы приехали. А заводим дело, то там, за кое-то смею И собираемся ехать обратно. Мыслям, да, севраш там ино. И обратно. нам звонит наш епископ. И нас и звони не епископы. И он говорит, я молился Ми. за Европу. Я се и той не казва молился за европа И подумал про вас. И помисли за вас. С и мы думаем, вот это шок. И не мыслим, о, тувай, шок. Вот и на, он пригласил нас вести миссионерскую деятельность И, и мы естественно сказали, да. И не это то, о чем мы Не за кое-то и вот сегодня я почему рассказываю об этом, За что, вот что впервые в жизни я делюсь Словом Божьим в Европе. Аминь, Слава Господу! Слава на Бога! Это фантастика. Прошло 4 года. И мы читаем дальше. Иисуса Навина. На Иисус провозгласим Анавин. эти благословения. Я провозглашаю сейчас на вашу церковь, на эту землю все эти обетования. Никто Проверим не устоит перед тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя, не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу всему передашь во владение землю, которую я клялся от самых дать им. Только будь тверд и очень мужествен. Тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит я книга закона от уст твоих но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. Аминь. 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 В этой истории я полагаю, что Иисус Навин, не был тверд. Не был бил тверд. И не был мужествен. Не бил мужествен. Иначе Господь мужествен. бы не говорил ему постоянно одно и то же. Иначе Господь не не может ему повторять одно и то, что всякие. Как родители говорят детям одно и то же. Не ходи. Как на на деца одно Не и суй пальцы в розетку. Не ворви. не просто его. Скорее всего, потому что он это в, сделает. Во ВКонтакте. Да. Что, за что ты все эти его направи? Мне было страшно. мне страх. Всякому, кто следует за Господом, обязательно будет страшно. Всякий, кто следует Господу, щим у страх? И поэтому има Господь страх. говорит, не бойся. За твой Господь казва, Будь твер и мужествен. Будь тверд и мужествен. И далее, если читать всю книгу Иисуса Навина, и после, ако читаем целата книга на Иисус мы видим, что Господь все время дает новые методы. Виждаме, че Господь всякий път дава методи. У каждого города есть какая-то своя стратегия. Има ся, э, всякий град има своя стратегия. Мы видим это язык Господа. Не виждаме, че това е язика на Господ. Когда Бог также посылает Давида. Когато Господ също така и спрашивает Давид. На каждый город есть своя стратегия. Во всякий город ему своя стратегия. В некоторые города Бог говорит: иди напрямую, выступай. В и некоторые кротовые Господь указывал: в эти кротовые, говори там, что го ты В некоторые города Бог говорит: сделай изпод затаись. В или некоторые кротовые Господь указывал: стой на стороне скризе. Да, и у, если читать Иисуса Навина, Иисус Навин, мы видим, что каждый город виждам, всякий град, это не то же самое под копирку, одно и то же. Одно и одно и то же. Не со Поэтому я приглашаю вас сегодня Затова спрашивать да Во-первых, с чего мы начали? И Какие започинали? прежние методы перестали работать? Минали методи, не Моисей умер. Моисей епочинал. Его методика посох, манна не, не работает. Хотя это было круто, но больше. Этого нет. Было яко, но вече не. Первое, что не работает. Первое, не Согласиться и принять. Да и да го Второе, спросить у Господа, какие Второе, пределы Господь, для меня. Са за мен? Что Господь сегодня хочет через тебя делать? Какво не иска да върши през мен? И какие пределы у Него есть? Что это за сфера? И какие границы всичко, э, има? Какие сферите и третье, это попросить у Господа водительства. И третье, это да помолить Господа водительство, да води. И здесь история с Иисусом и Петром очень актуальна. И тут история с Иисусом и Петром очень много актуальна. Когда Иисус сказал Петру, закинь Иисус сети. Когда Иисус сказал на Петер, за... закинь сети, брось, иди на рыбалку. Хвырли это. Иди на рыбалку. Вот гения постоянно Иисус говорит, иди на рыбалку. <laughs> И это было очень нелогично. Это не было логично. Потому что рыбачат ночью. За что то лову вот Иисус сказал, иди рыбачь днем. А Иисус и сказал, утиди да ловуешь Петр, Петр был профессионал. Петр был профессионал. Иисус был плотник. Иисус и был э, плотник. Это то же самое, что ну, ты, ты Добу, руководитель водоканала. Да. что как-то тебе руководитель на И к тебе приходит, и ну, притеп, и швея, допустим. И Щипачка. говорит, иди туда, крути, чего-то делай. Там, тува, и у там правит ты задаешься вопросом, зачем ты мне это говоришь? Я знаю свою работу. и питаешь, да, за что мне указаешь твое? А си знам работа Иисус может давать абсолютно нелогичные методы. Иисус может давить твоего совсем не методы. И когда ты это будешь делать? Ну когда тоштику правишь? Это будет не твой профессионализм. Твоя неамодая твоя профессионализм. Не твоя мудрость. Не твоя мудрость. Не твои знания. Не со твои знания. Это может быть глупо. Тво можда и глупого. Странно. Странно. Все будут говорить вообще. Сычкиште, А Господь возьмет ул. и сделает чудо. А Господь тебе вземешь чудзу. Потому что Господь своей славы он никому не отдаст. За что Тот Господь Свое это славу на никоим не Как не написано, чтобы мы не сказали, это крепость руки моей. Как то иписано, твоя крепость самая Это моя, моя мышца. Рука. Твоя это я. Да, своими Ту дарами вас. и талантами сделал эту работу со своими даровыми и талантами я направил эту работу. Но мы могли сказать, во-первых, я увидел, что прежнее не работает. Но не можем докажем, чем минули эти методы Господь сказал мне, иди туда. Второе, Господь сказал, да на там. И третье, Господь дал стратегию. Третье, Господь дал стратегию. По имя Иисуса, давайте помолимся, Помите поднимемся вместе. Хайди, да се помолим. Поднимемся вместе, я помолюсь, да и вы, пожалуйста, принимайте. А что се помоля, а вы ви моля, приемайте го това. Господь, я молюсь сейчас за церковь. Господь, аз се за тази церква. Зная, что ты ведешь их в новый сезон. Знам, че ти ги в новый сезон. Я провозглашаю новый сезон в их аз жизни. Аз провозгласям новый сезон в их жизни. Я говорю, живот. что всякое место. Я аз казвам, че всяко място. На которое ступят стопы ног их. На но които ще стъпят краката им. Ты даешь им вести Я провозглашаю новые методы. А спровозгласим новые методы. Новые стратегии. Новые стратегии. Водительство от тебя. Новое водительство от тебя. Открытые сердца. Утворенные сердца. Чтобы слышать твой голос. Задачу чего твои эти сердца? Смиряться перед твоим водительством. Да смиряват пред твое это водительство. идти в твоей силе. И да ворвет в твою эту силу. И творить чудеса. Да творят чудеса на этой земле на и спасать много людей и, да много хора. и принести много плода да приносят много плодов во имя отца Усп... сына и Името святого духа сын и Дух. аминь. аминь аминь будьте благословенны аминь. аминь, спасибо большое благодаря вам много спасибо большое присаживайтесь спасибо большое а мы уже